Кузбасс онлайн – открытая городская площадка для оперативной работы региональных и муниципальных властей с сообщениями граждан. Сервис разработан в соответствии с требованиями Минстроя и реализует компания «Активный горожанин» платформы «Умный город». Разработка Кузбасс онлайн велась в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». В исполнении поставленной задачи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» Российской Федерации реализуется ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город». В рамках ведомственного проекта субъектам Российской Федерации необходимо до конца 2020 года внедрить цифровую платформу вовлечения граждан в городское развитие. Для решения поставленной задачи в Кузбассе внедряется цифровая платформа «Кузбасс онлайн». Горожанам больше не нужно письменно направлять жалобы или предложения почтой в разные инстанции и ждать ответа. Нужно просто установить приложение в телефон и с его помощью создать виртуальное обращение. Оно мгновенно поступит исполнителю. Можно добавлять фото, точную геолокацию, если речь идет, например, об открытом колодце, проблемах на дороге или упавшем дереве. Кузбасс онлайн можно скачать в App Store и Google Play.